Химках во всех микрорайонах города высадился снегоуборочный десант. На борьбу с последствиями очередного снегопада вышли 400 дворников и 150 единиц различной снегоуборочной техники. Погрузчики, самосвалы, тракторы, мини-погрузчики с роторами и ковшами. Это силы коммунальных служб города и подрядных организаций. Осложняет ситуацию потепление, то есть снег течет и становится рыхлым. Вот, сейчас основные усилия у нас на расчистку дворовых территорий и также частного сектора. Снегоуборочные бригады проводят работы ежедневно, но в случае очередного снегопада количество техники и персонала дополнительно увеличат. Андрей Липанов, Александр Сергеев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.